особистості не буває роздвоєння, а на вибір головного рішення впливають час та обставини. Так було у економіста за освітою, який щиро любив плавання. Щоб пересунути гору, треба носити каміння з одного місця на інше. З цього й починався шлях Костянтина Миколаєвича Карташова у тренерській роботі з дітьми. Плаванням я займався в юності своїй. Дальше я його розійшовся з плаванням. Мій перший інститут був економічний. Работал, скажем так, не на маленьких должностях после окончания института. И именно тогда, когда предложили самую большую должность, я тут же ушел в плавание. Хотя до этого я как бы совмещал. Вечером я работал инструктором в бассейне, днем работал. Для того места, где я жил, это был экзотический вид спорта, потому как у нас не было ни одного бассейна. Он появился, и попасть в бассейн было очень сложно. Я со второго или только третьего раза прошел просмотр по ОФП. Є у плаванні різні стилі. Найшвидший з них – кроль. Або, як кажуть, вільний стиль. Є плавання на спині, а також батерфляй та брас – один з найважчих видів. Кожен плавець, звичайно, спеціалізується на одному з них. Але сам стиль дуже часто розкриває характер спортсмена. Я сам плавав брасом, тому для мене брас как бы всегда был основным. Ну, скажем так, не все тренеры считают его как вид. Как говорят, курица не птица, брасист не пловец. Высоких результатов в спорте я не достигал, потому что слишком поздно появился бассейн в нашем городе. Слишком поздно я начал заниматься. И плюс, в конце концов, по, скажем так, в связи с травмой, мои занятия были прекращены. Те, кто не достигли сами, они не реализовали себя и хотят себя реализовать в своих учениках. Дивно, але перспективний професійний економіст звільнив місце рядовому тренеру з плавання. Це загадка або характер Карташова? Работая днем, я, скажем так, я не получал удовлетворения. Это было довольно-таки сложное в психологическом плане работа. Вечером я, это была отдушина, я приходил. Общаясь с детьми, получал полную компенсацию за весь день. А в субботу, когда я не работал, моя работа была только в бассейне, ну, соответственно, я восстанавливался полностью для того, чтобы работать неделю следующую. Це особливий дар талановитих тренерів, коли вони серед великої кількості хлопчиків і дівчаток можуть визначити майбутнього чемпіона. Я не знаю, это моя чуйка или все-таки это свыше, но оно как-то ёкает, когда попадается какой-то человек. Ну, к сожалению, не всегда они не реализуют то, что возможно, потому что либо по каким-то причинам семейным, либо не всегда это получается. У кожному виді спорту є свої особливості у тренерській роботі, але щось завжди називають головним. Какая-то видимость спортсмена с самого детства, потому что это очень много значит, очень много ошибок. В тренерской практике детей много, тех, которые плавать не должны. А с другой стороны, из-за того, что очень маленькое количество людей, потому что бассейны не работают, к сожалению, у нас, то получается, что, наверное, мы теряем много спортсменов хорошего качества, хорошего уровня. Вот. То есть видимость сразу с нуля вот этого чемпиона, это очень важно для тренера, для того, чтобы ты потом работал не в холостую. Уже 15 лет как отделение плавания Днепропетровского высшего училища физической культуры возглавляет заслуженный тренер Украины Карташов Константин Николаевич. Як кажуть, фахова людина, спеціаліст свого діла, ну і його воспитанники говорят сами об этом. Это подготовить рекордсмена мира, участника двух олимпиад, чемпиона, многократного чемпиона Европы, призера первенства мира Говорова Андрея.
Да и кроме Говорова, у него всегда были хорошие дети, у него и на финской олимпиаде девочка была, наша воспитанница тоже, Дмитрук. Вот, ну, возглавил отделение плавания, организовал структуру, тренировочный процесс, процесс восстановления. Ну, мне трудно сказать что-то еще более. Действительно, человек на своем месте, и я думаю, что наши дети, воспитанники училища физкультуры, воспитанники отделения плавания, они себя еще покажут. Андрій Говоров – один з найзірковіших учнів Костянтина Миколаєвича. Друша приїхав і поступив в 8 клас. Жили до цього вони в подмосковному місті Луховиці, де не було дитячої спортивної школи по плаванню. Але при школі у них був басейн, і тренер навчив його плавати всіми способами, і він мав вже спортивний розряд. Він приїхав, він плавав тільки кролем. Дельфин же появился вообще совершенно случайно. Это были соревнования первенства Украины, общества Украины. Он вступил в спор с некоторыми ребятами, что легко и свободно, как он объяснял, обгонит их дельфином, не специализируясь в нем. Мы его поставили. Он действительно выиграл 50 дельфин, легко и свободно, но так как он не был заявлен в заявленное время, положенное время, ну, подали протест, его, скажем так, официально в протоколе не указали. Ну, вот тут у него случился бзык, как говорят. И после этого он уже решил на официальном чемпионате Украины доказать, что он на полтиннике дельфин будет сильнее. Вот так появился дельфин. Говоров – один з кращих спринтерів Європи та світу. Його коронна дистанція – 50 метрів. І він явний спринтер. В моїй житті явних спринтерів, крім нього, не було нікого. І усе було б чудово. Але у світовому спорті головний відлік йде на дистанції довжиною у 100 метрів. На 100 метровки практично це нереально. Для Андрія нереально. Чому? Тому що... Сначала мне тоже много говорили о том, что, может быть, мне не хватает знаний для того, чтобы 100 метров. Рассказывали многие другие о том, что они это смогут сделать. А он уезжал в Италию, к Денино, который тоже гарантировал нашей федерации о том, что он будет плавать 100 кроль, о том, что он будет 100 дельфин плавать, о том, что есть много способов, которые помогут это сделать. Но сделать этого никто не смог. Ну, скажем так, с определенными моментами, которые существуют Андрея, наивысочайший лактат, который просто не позволяет ему после 75 метров продвигаться с высокой скоростью. При тривалій спільній роботі відносини учень-тренер переходять у нову фазу. Мне кажется, наоборот, когда, извините, сю-сю-сю, ничего не, в спорте не получится. Должен быть какой-то взрыв, постоянные какие-то эмоции. Мы, в принципе, так и работали. А в остальном в жизни очень нормальные взаимоотношения. Мы живем, в общем-то, по соседству. У нас квартиры на одном этаже. Дело в том, что я живу рядом с училищем. Мы когда-то так получилось. Это получилось. Переехали из центра поближе к училищу. Я всегда встаю, независимо рабочий, нерабочий день. Я встаю в 5-5.30. Сьогодні у Карташова з'явились нові учні. І як би там не було, та мимоволі виникають порівняння з Андрієм Говоровим. Різниця велика. Один явний спринтер, другий все-таки більше середній вік. Це совершенно різні люди по характеру навіть в житті. Спринтер, він завжди двигається єль-єль. Медленно, он все время аккумулирует энергию. А Денис, он более живой, более наоборот, может, не знающие люди могут подумать, что это очень скоростной человек. На самом деле он... Дорога до высокого результата никогда не бывает простою. Тренировались усердно, работали над всеми ошибками, пытались все исправить в лучшую сторону. Денис вважає, що йому є ще над чим працювати. Научиться раскладывать дистанцию. Правильно. І робота над технікою. У спортсмена власне бачення головних рис свого тренера.
Главная черта моего тренера – это мотивация, как он мотивирует меня и подготавливает к соревнованиям. Повага до тренера – це фундамент майбутніх перемог. Уважаю своего тренера больше всего, потому что за то, что он меня воспитывает, помогает продвигаться дальше по спорту. На змаганнях кожен тренер поводиться по-різному. На соревнованиях мы уже не работаем, мы уже пытаемся получить результат нашей работы. Я вообще на соревнованиях стараюсь спортсменам не подходить, стараюсь им не мешать, чтобы мое волнение не передавалось им волнение, особенно если у них своего хватает. Поэтому я думаю, все нужно делать до того. Работа, наверное, заканчивается в тот момент, когда останавливаются цифры на секундомере. Вот в этот момент, даже если это был самый наивысший результат спортсмена, у меня всегда наступает полное опустошение. Как правило, я наблюдаю за всем этим на трибуне. Как правило, я даже не сижу с командой, точнее, я сижу все остальное время, когда плывет мой спортсмен. Я стараюсь встать, я смотрю всегда стоя, отойти немножко ото всех, подняться выше на трибунах, под самую крышу и смотреть все с самого высока. Є у біографії кожного спортсмена мить, яку називають зірковою. І все б чудово, та часом блиск медалей засліплює своїх власників. Мені кажется, з цим бороться невозможно. Просто як можна чаще общаться со спортсменом і пытаться його убедить. Но, как правило, все равно проходит определенный період, когда они набивают где-то шишки после громкого успеха. И тогда возможно возвращение блудного попугая. Через цей бар'єр проходять усі, але кожен по-своєму. Я думаю, много факторів. І в тому числі сам чоловік. Зависить від його, від того, як він воспитувався. Може бути, чого-то недополучав в цій житті. Кого-то внимання серед сверстників. Дуже часто, коли мова йде про дітей тренерів, більшість з них відповідають майже однаково. Карташов – не виняток. Я считаю, что научиться держаться на воде и плавать, ну, обязан просто каждый, потому что это безопасность прежде всего. А вот станет ли он спортсменом, зависит только от него. Я ни в коем случае не буду давить на него. За рік до Олімпіади у Токіо важко втримати питання про перспективи його підопічного Дениса Кеселя. Я никогда не делаю долгосрочных прогнозов. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Не отвечаю на эти вопросы ни за год, ни за два, ни прямо перед стартом. Ну, на данном этапе он показал результат, который соответствует олимпийской лицензии. Я имею в виду в Аргентине, на юношеских олимпийских играх. Но лицензирование начнется только в этом году, в 19-м. Поэтому как сложится его судьба, как будет работать, как будет со здоровьем, от этого все зависит, сможет ли он повторить этот результат для того, чтобы спокойно год уже готовиться к Олимпийским играм, либо все время догонять, пытаться запрыгнуть в поезд. Но это разные вещи. Поэтому тут сложно прогнозировать. Много нюансов. Для того, чтобы был результат, нужно, чтобы были рядом соперники. Чтобы можно было соревноваться на чемпионате Украины, а не только на международных стартах, где присутствует спортсмены высокого уровня. На этот год это самое главное – получить олимпийскую лицензию и удачно выступить на чемпионате мира Кореи. Хотілося з'ясувати, про що найбільше останнім часом розмовляють тренер і учень, а все закінчилось банальним. Заставляють працювати, щоб не розслаблявся. Але хоч якісь цифри з тренувального обсягу роботи Денис все ж таки розкрив. Сьогодні утром я проплив 6 кілометрів. Мой коронный вид плавания – это баттерфляй. Он мне больше всего удается им плавать. Все зависит от дистанции, какой спринт, стайерская дистанция. Если стайерская, то получается у меня меньше грибков. Если спринт, то больше. Вот, например, у меня в спринте будет где-то около 25 грибков на 50 метров. На стайерском 19-20 грибков.
Завжди цікаво дізнатися від спортсмена, як він розділяє успіх від завойованої медалі. Заслуги батьків, звісно, потім тренерів і мої вже далі. У Дениса свій погляд на поїздку до Токіо. Повторити мій кращий результат, щоб відбратися, отримати ліцензію. Надіюсь на те, що я зумію, да. Я ж не просто так працюю. Вийде чи ні, поки питання, але Денис вірить у краще. Слухаюсь і стараюся ще краще прислухатися. Проплив 200 батерфляй минуту 55. Я ж не говорю, що я іменно так пропливу, може я і краще пропливу. Все спортсмени великі, всі тренера великі, у них є свої особливості, скажімо так, м'яко. Вот, но есть характер у человека, есть решения некоторые, те, которые подвластны только ему, но оно себя оправдывает. То направление, которое он ведет, и с тем профессионализмом, с его знаниями, умениями и с его результатами, оно себя оправдывает. Последние десятилетия один из ведущих тренеров в Украине по плаванию. Который постоянно готовит спортсменов высокого уровня, участвующих и завоевывающих призовые места как на чемпионатах Европы и мира среди молодежи и взрослых. Всем известно, что до Говора у него была девушка, которая участвовала в финале Олимпийских игр, потом появился спортсмен Говоров, о котором, в принципе, можно не разговаривать, потому что все знают, что последнее достижение – это рекордсмен мира. То, что касается сейчас, это два спортсмена – это Кисель и Трояновский, которые участвовали в молодежных Олимпийских играх и показали хорошие результаты. То есть он, скажем так, является фундаментальным тренером, потому что старается наладить работу снизу до, скажем так, вверх до абсолютно взрослого спорту, де спортсмени будуть участвувати в Олімпійських іграх. Характерна риса Карташова, на думку його колеги, полягає у найбанальнішому. Йому ще до сих пор очень интересно бути тренером. Быть тренером интересно работать не только со спортсменами высокого уровня, но и делать их. Потому что обычно, когда тренер достигает определенного высокого уровня, они к ним уже присоединяются спортсмены, которые достигли определенных высот, и они с ними работают. То он работает, начиная с подросткового возраста и взрослых. У напруженому ритмі життя кожен з нас знаходить свою віддушину. У всіх вона особлива. Для когось це музика або подорожі, читання чи колекціонування. А будь-яке захоплення ми звикли називати хобі. У мене, мабуть, є, як би не хобі, я б сказав, місце моєї сили, як я говорю, це дача, на якій мені, к сожалению, не виходить часто знаходитися, але я навіть іноді виходить чаще попасть туди зимою, коли нікого нет, коли тишина. Тобто це ваш центр психологічної розгрузки? Да, восстановлення. Я приїжджаю, якщо я приїхав, практично на всю неділю я восстановлений, от і до. Говорячи про своїх молодих учнів, Костянтин Миколаєвич не страхується, розмірковуючи про їхні перспективи, а намагається побудувати ланцюжок можливостей і бути максимально реалістом. На сьогоднішній день у нас в группе из перспективных у меня, наверное, Камила Исаева, которая в 12 лет в том году выполнила норматив мастера спорта Украины. Ну, как сложится судьба, опять же, это все специфически. В плавании, а у девочек тем более. Трояновский Игорь, который был в финале юношеских Олимпийских игр в Аргентине. Опять же, все буде в динаміці видно. Кожна людина по-своєму знаходить спокій у важкі хвилини. Карташов не приховує. Їду на дачу. Зате коли добре, наверное, більше общаюсь з сім'єю. Якщо твоя робота постійно пов'язана з думками про перемогу, то, напевно, важко не бути амбітною людиною. Думаю, да, тому що без цього, без амбіцій, в принципі, работать тренером, по-моему, нереально.
если ты ничего не желаешь улучшить, если ты не желаешь стать лучше сам. Я с Карташовым работаю с 2007 года, то есть уже больше 10 лет. Отличительная черта – требовательность ко всем окружающим. Он сам, в общем-то, фанат своего дела и требует от окружающих такого же отношения. Є, на думку колеги, у Карташова одна цікава особливість. Похвали заслужити очень тяжело. Очень тяжело. Для этого надо сильно постараться. Високі результати учнів деякі заздрісники намагаються називати подарунком долі. А може це тренерська робота? Це тренерська робота. Очень серйозна, довга, кропотлива. Після повернення з різних спортивних відряджень, які називають зборами або змаганнями, у професіоналів є стара традиція – ділитися побаченим. Ну, в принципе, так как обычно, все тренера, когда находятся на международных стартах или же сборах, соответственно, друг с другом общаются, смотрят, анализируют подготовку других спортсменов, тренеров, задания, которыми тренируются, и делают выводы по отношению к своему плану подготовки. А вот поэтому, когда он приезжает, то делимся, обсуждаем, пытаемся понять, насколько то, что было увидено, является действительно положительным моментом для нашего спорта. В последнее время основная – это экономичность плавания. То есть это чтобы было определенное количество грибков на дистанции, мощность, без которой, в принципе, достичь высоких результатов – это невозможно. Швидкість – це шлях до нагород, а у великій справі не буває дрібниць. В этом как раз и является, что определяется баланс туловища тела и, соответственно, сила спортсмена, мощность спортсмена, то есть разрабатывается непосредственно под каждого спортсмена. Парадокс. Та якщо тренер працює з малечою, то і сам стає великою дитиною, тільки дуже відповідальною. Чим старші підопічні, тим мудріший наставник. Утренние вечерние тренировки постоянно, плюс помимо работы в воде есть еще и другая документальная работа, плюс самостоятельная работа, чтобы узнать, увидеть, что есть новое. Коли ти стоїш біля бортика і контролюєш тренувальний процес – це одне, але коли замість секундомера – компанія друзів – усе змінюється. Ну, Константин Николаевич в компании довольно-таки часто бывает именно веселым человеком. Если в жизни он более такой спокойный и уравновешенный, мало шутит, то когда идет общение с точки зрения анализации ситуации, то... Карташов – головний тренер юніорської збірної України. Отже, його досвід і знання відіграють позитивну роль. Конечно, это опыт, прежде всего, которым он делится, который он передает, и мы с удовольствием его используем в своей работе. Естественно, дивиденды есть. Карташов часто и багато їздить по зимній кулі, тож завжди є шанс поділитися враженнями. Часто мы собираемся, он что новое увидит, услышит, естественно, он нам передает. Мы, ну, владеем этим всем. И как надо, и как хотелось бы, и что мы это обсуждаем очень часто на бортике, где-то в беседах в личных, то есть это присутствует всегда. Костянтин Миколаєвич завжди готовий поділитися не лише розповідями, але й своїми записами з блокнота. И техническое, и тактическое, над чем работать больше со спортсменами младшего уровня, потому что, ну, они этим не обладают там. Ну, вот, например, там, мы считаем грибки, подсчет грибков, то есть это увеличивается мощность работы и так далее. Але окрім впертих цифр, у душі тренера є і романтичні струни. Лірика, скорее всего, писал сам и иногда нам рассказывает. Это редко. Это надо, чтобы было очень хорошее настроение. Отличный человек, веселый, очень хорошо готовит, самостоятельно готовит, причем очень вкусное блюдо, особенно любит блюда из мяса. Да, и восточную кухню очень любит и хорошо готовит, профессионально готовит. Вообще, он для меня
Он для меня один из эталонов тренера, так как он любит свою работу, так как он живет этой работой, так как он ставит ее, эту работу во главе всей своей жизни, иногда даже страдает его семья, сколько он из, по, своим, по своей профессиональной деятельности, он дома бывает намного меньше, чем он бывает на сборах, на соревнованиях и со спортсменами на подготовке. Вот, поэтому и человек уделяет этому, это его жизнь.